Мне неудобно водить машину без каблуков. Ирина Николаева принимает участие в конкурсе четвертый раз. Опыт вождения у нее 10 лет. Для девушки участие здесь – это возможность проверить себя на знание правил и получить новые эмоции. Ну, какие-то соревнования – это в любом случае какой-то адреналин. Ну, и тем не менее, ежегодно мы проверяем свои навыки вождения, знания ПДД. Это... неплохо. Но есть и те, кто за рулем совсем недавно. Наиля Гонтарь всего 2 года водит автомобиль. Участвует в этом конкурсе впервые. Все как в первый раз. Все очень волнительно, страшно. Вот. Конкурс включал в себя 3 этапа. Первый – техосмотр, на котором проверили соответствие автомобиля участниц техническим нормам. На втором этапе конкурсанткам предстояло сдать экзамен на знание ПДД, а на последнем их ждало фигурное вождение. Оно заключается в прохождении 4 испытаний – гаража, параллельной парковки, круга и змейки. Оценивалась аккуратность и скорость. Все, готово? Поехали! Вот это они все должны пройти быстро, чисто, не задевая фишки, чтобы не заработать себе штрафные очки. Победительницей в номинации «Фигурное вождение» стала Людмила Кулагина с результатом в 1 минуту 41 секунду. Второй стала Эльвера Ибрагимова с результатом в 2 минуты 3 секунды. Девушки примут участие в зональном этапе конкурса, который пройдет в Альметьевске 2 августа. Юлия Меренкова, Ильнур Залятов, Новости Юго-Востока.